Друзья, держитесь крепче. Сегодня в этом видео мы поговорим о новом гиперзвуковом самолете Илона Маска, который, похоже, собрался переписать законы физики. Может ли этот чудо-транспорт не только достичь скорости звука, но и установить новые рекорды, о которых никто и не мечтал? Приготовьтесь узнать, как Маск планирует изменить мир авиации. Илон Маск объявил о выпуске гиперзвукового космического лайнера в 2024 году. Новый самолет основывается на опыте компании SpaceX в сфере космических технологий и ракетостроения. Starjet сможет развивать скорость свыше 5 махов, существенно сокращая продолжительность перелета. На борту Starjet установлен новейший ракетный двигатель Raptor и используются современные материалы, способные выдерживать экстремальные условия на большой высоте. Особое внимание уделяется комфорту и безопасности пассажиров. Создание подобного самолета связано с множеством технических, нормативных и логистических трудностей. Поэтому в задачу Маска также входит активное обсуждение с регуляторами и аэропортами, разработок новых правил и стандартов для таких высокоскоростных полетов. Starjet обладает огромным экономическим потенциалом и способен преобразовать авиационный сектор, создавая новые рыночные ниши и бизнес-возможности. Способность самолета достигать гиперзвуковой скорости делает его идеальным выбором для деловых поездок, туристических маршрутов и грузоперевозок. Двигательная установка нового поколения сочетает в себе достижения традиционных авиационных технологий и ноу-хау SpaceX в ракетной технике. В качестве топлива в Starjet используется жидкий метан и кислород, что позволяет снизить экологический след от эксплуатации самолета. Аэродинамическая конструкция Starjet разработана таким образом, чтобы минимизировать сопротивление воздуха и обеспечить максимальную эффективность полета. Применение современных композитов помогает достичь идеального баланса между прочностью и весом конструкции. Инновационные системы навигации и связи, а также электронная система управления обеспечивают точное и плавное управление воздушным судном. Компания планирует внедрить экологически устойчивые методы эксплуатации и обслуживания, включающие переработку и повторное использование компонентов самолета. Это позволит минимизировать углеродный след и продлить срок службы воздушного судна. Илон Маск и его новый гиперзвуковой Starjet стремятся кардинально изменить мир путешествий и логистики, сделав их более быстрыми, удобными и доступными. Этот проект может стимулировать международное сотрудничество и инновации, сближая людей и устраняя географические преграды, а также открывает перспективы для развития туристической индустрии и научных исследований. Starjet является частью общей тенденции к созданию все более продвинутых транспортных средств, среди которых особое место занимают гиперзвуковые самолеты и космические путешествия. Смотрите далее, и вы узнаете о новых разработках компаний-конкурентов. Есть ли среди них реальная альтернатива Илону Маску и его новому гиперзвуковому самолету Starjet? Эти и другие сверхзвуковые самолеты я описал в моем телеграм-канале «Необычная Америка», в котором я публикую самые невероятные истории из жизни в США и делюсь важными новостями. Заходите, читайте и подписывайтесь. В 2019 году американская компания Hermes впервые заявила о создании гиперзвукового беспилотника Quarter Horse. Самолет длиной 39 футов и 4 дюйма и с крыльями шириной почти 10 футов оснащен комбинированной силовой установкой Chimera, созданной на основе двигателя GEA-J80521. Эта установка способна разогнать аппарат до скорости 5 махов. Hermes решила применить итеративный подход к разработке, планируя построить 4 демонстрационных прототипа. Каждый из них предназначен для последовательной проверки различных технологий и процессов. Первый прототип, получивший обозначение МК-0, был собран в 2023 году и использовался исключительно для наземных испытаний. О завершении этих тестов компания сообщила в начале 2024 года. 28 марта 2024 года Hermes показала второй прототип Quarter Horse МК-1, созданный всего за 7 месяцев. В отличие от предшественника,
Этот вариант предназначен для выполнения полетов. Его задачи включают тестирование работы всех систем во время взлета, посадки и полета на дозвуковых режимах. Для этого МК-1 оборудован двигателем GEJ-85 и управляется дистанционно. Кроме того, компания Hermeus поделилась информацией о том, что прототип Quarter Horse МК-2 получит более мощный двигатель Pratt & Whitney F100. Основная цель этой версии – испытание полетов на сверхзвуковой скорости. Предполагается, что третий прототип поднимется в небо в 2025 году. SR-71 Blackbird, созданный в период Холодной войны для преодоления ограничений самолета-разведчика Ю-2, остается одной из самых знаковых фигур в истории авиации. Разработанный по заказу ЦРУ для обхода советских радаров и ракет, «Черный дрозд» стал незаменимым инструментом стратегической разведки благодаря своим выдающимся характеристикам скорости и высоты полета. Футуристичный дизайн самолета был результатом сложных инженерных решений. Корпус и крылья имели уникальную форму, обеспечивающую отличные аэродинамические свойства на любых режимах полета. SR-71 представлял собой бесхвостку с тонкими треугольными крыльями, имеющими стреловидность 60 градусов по передней кромке. На борту располагались разнообразные электронные датчики, радиолокаторы бокового обзора и фотокамеры. Развивая скорость свыше 3 махов, SR-71 легко уходил от перехватчиков и зенитных ракет, став самым быстрым пилотируемым самолетом в мире. Хотя появление спутниковой разведки и беспилотных аппаратов привело к его выводу из эксплуатации в 90-е годы 20 века, «Черный дрозд» оставил неизгладимый след в истории авиации. За десятилетия успешной службы он не понес ни одной боевой потери, подтверждая свою значимость в воздушной разведке и оставаясь символом технического прогресса в авиации. Сверхзвуковой пассажирский самолет «Halcyon», способный развивать скорость до 4000 миль в час, обещает совершить прорыв в авиаперевозках, сократив время полета из Лондона в Нью-Йорк до всего лишь 90 минут. К 2029 году ожидается, что этот самолет будет обслуживать около 125 маршрутов по всему миру. «Halcyon» будет оснащен гибридным двигателем, сочетающим два традиционных авиационных решения. Испытания и начало коммерческой эксплуатации этого самолета ожидаются к концу текущего десятилетия. Развивая скорость в 5 раз выше звуковой, «Halcyon» станет самым быстрым гражданским самолетом в мире. Для сравнения, максимальная скорость знаменитого «Конкорд» составляла 1350 миль в час. «Halcyon» же сможет преодолевать расстояние до 4000 морских миль, что сделает возможным выполнение трансатлантических рейсов, таких как Нью-Йорк, Париж, без промежуточных посадок. Однако для полетов над Тихим океаном, например, на маршруте Лос-Анджелес-Токио, потребуется короткая остановка. Стоит отметить, что «Halcyon» не сможет использоваться на внутренних и межконтинентальных маршрутах, пролегающих над землей, из-за сильных звуковых ударов, возникающих при такой высокой скорости полета. Перемещаться между континентами за считанные минуты – мечта, которая совсем скоро станет реальностью. В воздухе, как и на земле, существуют правила безопасности. Но если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки. Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Компания Lockheed Martin недавно завершила строительство экспериментального самолета X-59 в рамках программы разработки сверхзвуковой пассажирской авиации. В ближайшее время начнется этап летных испытаний, где будут продемонстрированы реальные возможности новых технологий и конструктивных решений. Проект X-59, ранее известный под индексом QSST, был завершен в 2018-2019 годах. А сборка самого самолета закончилась в июне 2023 года. Экспериментальный X-59 представляет собой одноместный однодвигательный самолет уникальной конструкции, разработанный с нуля на основе последних научных данных. Длина самолета составляет 95 футов, размах крыльев
29,5 футов. Высота в положении стоянки – 13 футов 9 дюймов. Максимальная взлетная масса достигает 32 408 фунтов. Самолет способен нести до 9700 фунтов топлива и 661 фунт полезной нагрузки в виде научного оборудования. Особенностью конструкции X-59 является фюзеляж с большим удлинением и переменным поперечным сечением. Длинный носовой обтекатель с горизонтальной передней гранью придает самолету уникальный облик. Силовая установка представлена одним турбореактивным двигателем General Electric F414GE100, что позволяет самолету на высоте почти 10 миль развивать максимальную скорость 1,5 маха, при крейсерской скорости 1,42 маха. Основная задача X-59 заключается в демонстрации тихого сверхзвукового полета. Оптимизированная аэродинамика самолета должна снизить уровень шума при полете. Хотя X-59 предназначен исключительно для испытаний и экспериментов, НАСА планирует использовать полученный опыт в будущих проектах авиационной техники. Бостонская компания Spike Aerospace, основанная бывшими инженерами Gulfstream, Eclipse и Airbus, представила в 2013 году проект бесшумного сверхзвукового пассажирского самолета будущего. Их разработка, Spike S-512, рассчитана на перевозку от 18 до 22 пассажиров и должна развивать крейсерскую скорость 1,6 маха с возможностью разгона до 1,8 маха. Уникальность проекта заключается в том, что самолет сможет летать на сверхзвуке даже над сушей, что сегодня запрещено из-за шумового загрязнения. Разработчики обещают оснастить самолет новым экспериментальным двигателем. Внутри самолета также будет тихо, поскольку у него не будет обычных иллюминаторов. Отказ от окон не только снижает вес и увеличивает прочность фюзеляжа, но и повышает скорость полета. Чтобы компенсировать отсутствие окон, в салоне установлены тонкие изогнутые дисплеи, которые в реальном времени показывают внешний вид за бортом благодаря установленным снаружи микрокамерам. Первый демонстрационный образец SX-1.2, уменьшенная беспилотная модель S-512, прошел успешные летные испытания в США в 2017 году, подтвердив правильность аэродинамических расчетов. Поддержку проекту оказывают производители и аэрокосмические центры по всему миру, включая Quartus Engineering в США, Siemens в Германии и Aernova в Испании. Spike Aerospace представил полноразмерный бизнес-джет в 2022 году и начать коммерческие перевозки к 2028 году. Boom Supersonic начал разработку собственного сверхзвукового самолета Overture в 2014 году и с тех пор привлек инвестиции на сумму $270 миллионов, а также заручился поддержкой крупных игроков рынка авиаперевозок. К середине следующего десятилетия стартап планирует продать около 2000 машин различным авиакомпаниям и частным клиентам по цене около $200 миллионов каждая. Overture будет иметь длину 169 футов и 9 дюймов и размах крыльев 59 футов и 7 дюймов, рассчитанный на перевозку 75 пассажиров. Для ускорения процесса разработки и тестирования технологий компания сначала сконструировала уменьшенный прототип XB-1, известный как Baby Boom. Модель в 3 раза меньше Overture. Ее длина составляет 68 футов и 9 дюймов, а размах крыльев – 21 фут. Она рассчитана на 2 пилотов. Строительство и аэродинамическое тестирование XB-1 началось в 2018 году, а в октябре 2020 года прототип был представлен в полностью собранном виде. Летные испытания начались в 2021 году. Прототип будет летать быстрее основного самолета – 2,2 маха вместо 1,7 маха, что позволило проверить все технологии в условиях максимальной нагрузки. Первый полномасштабный экземпляр Overture планируют представить в 2025 году, после чего начнутся тестовые полеты. Коммерческие рейсы на Overture ожидаются с 2029 года. Исследование возможностей создания сверхзвуковых самолетов началось в 1940-х годах. Пионером в этой области стал американский экспериментальный самолет Bell X-1,
оснащенный ракетным двигателем XLR-11. Именно на этом самолете 14 октября 1947 года американский летчик-испытатель Чак Йегер первым преодолел звуковой барьер в управляемом полете. Первым серийным истребителем, способным достигать скорости звука, стал советский МиГ-17, разработанный в конце 1940-х годов и запущенный в производство в 1952 году. Настоящим прорывом в области сверхзвуковой авиации стал американский North American F-100 Super Sabre, совершивший свой первый полет в мае 1953 года и поступивший в серийное производство уже в 1954 году. В 50-е, 60-е годы 20 века произошел значительный прогресс в развитии сверхзвуковой авиации. Конструкторам удалось преодолеть трудности, связанные с устойчивостью и управляемостью на сверхзвуковых скоростях, что открыло путь для создания сверхзвуковых самолетов различного назначения. Первые гражданские сверхзвуковые самолеты появились в конце 1960-х годов. Были созданы два таких самолета – советский Ту-144 и французский Конкорд. Ту-144 совершил первый полет в 1968 году, но начал эксплуатироваться только в 1975 году. Однако уже в 1978 году его эксплуатация прекратилась, и самолет стал музейным экспонатом. «Конкорд» совершил первый полет в 1969 году и эксплуатировался с 1973 по 2003 год. В 2024 году сверхзвуковые пассажирские самолеты находятся в стадии разработки. В 20 веке человечество ощутило всю привлекательность сверхзвуковых воздушных путешествий, однако столкнулось с рядом проблем, связанных с этим видом транспорта. Тем не менее, технологии продолжают развиваться. Супер- и гиперзвуковая авиация вновь стала одним из приоритетных направлений научно-инженерной деятельности. А на сегодня это все. Благодарю за просмотр.